Всем привет, ребят. Ну что, пробуем сегодня опять затащить то, что мы не смогли затащить в прошлый раз благодаря, я считаю, это багам, недоработкой. Не знаю, посмотрим, что у нас сегодня изменится в этом плане. Сможем ли мы все-таки зафармить все три этажа? Так. Пока есть возможность, давайте заберем нормальный этот. Еще 4 попыточки. Камешки. 100. 200. И дуэлянтик. Ну, такое себе. А, еще одна попытка у нас. Чик. Еще 2 камешка. Так, самики забрали. Ой, ничего себе. Надо не забывать забегать в лабораторию. Все время забываю. Забирать попытки до 27-го. Так, за вход. Поехали. Так, вроде 6 наших основных есть. Остальные берем. Допов. Непрокачанных. Надо как-то землеройку качнуть. Блин, я надеюсь, я сегодня смогу уже наконец-то затащить. Но это не точно, это как обычно. Сейчас опять попадем с вами на какую-то фигню. Кстати, может вытащить нового суперпэта попробовать. Вот смотрите, какая-то уже рекламу типа просмотреть. Я не помню, раньше было такое или нет. Такс. Супер питомец. А, у меня тут только это есть обезьяна, не понял. Должна же быть еще. Печалька. Наверное, после обновления сегодня дадут. Ладненько, побежали. Будем пробовать. Какие варианты есть. Ну, я думаю, тут... Ой-ой-ой, эволюция. Не, нормально, все затащили. Фух. Нормальные пачки пошли. Шанс слива, как обычно. Thank you.
Блин, одна пачка лучше другой. Тут Дрейк, тут Космо. Наверное, лучше напасть через Дрейка попробовать. Блин, тут, наверное, сейчас меня сольют. Не, тащим, красавчики. Ну, реально, ПБшка и... Блять. Жесть. Просто жесть. Че, меня розу ушатали? Ну, смотрите, как ворожей держался до последнего. Да. Короче, вот так вот, ребятушки. Попали мы, как обычно, просак. Так, давайте сейчас включу рекламку. Я уже не знаю, честно. Я уже здесь только не пробовал. Это просто пипец. Улыбнула реклама с Фейсбука, кто смотрел. Внимательно, Алексей Яткин. Обратите внимание на фотографию. Это просто ор. Это просто угар какой-то. Я не знаю, кто это делал, но... Реклама Фейсбука зачет. Блин, ну я не знаю. Я чувствовал, что мы сейчас их не пройдем просто тупо. Ну, добейте, красавчики. Отлично. Даже не слились, ну ничего себе. Жестко. Блин, вот поднял силу, и мне такое ощущение, что он намного сложнее стало проходить. Не знаю, что так, но герои стали, блин, пожестче появляться. Но тут мы должны однозначно затащить. Да ладно, скажите, что Атлант не нормально. Я думал, Атлант сейчас включится, нас вообще ушатает. Первый этаж есть. Поехали дальше. Как это я ничего не выбрал, оно меня пропустило. Блин, тут уже пачки посерьезнее идут. Может это сделать кому-то здесь эволюцию, прокачать. Какой вариант? Была бы, конечно, Фрея, я бы, наверное, Фрею качнул. Но так как Фреи здесь нет, приходится мучиться. Ну вот, блин, чуть не напал. 186. Ну, в принципе, у меня супер питомцы тащат. Мы должны их шатать, по идее. Без вариков. Сейчас можем слиться свободно, блин. Бигфут. И тыква. Ну, ПБшка, давай, красава. ПБшка реально за... Что, блядь? Что это было? Череп, что ли? Кто-то так моих шатанул жестко. Или Анубис, или череп. Блин, жестко. В общем, шансливо, как обычно, ребята. Без ворожая сейчас, наверное, нас тут ушатают. Ой, хорош.
Розочка хороша. Я не знаю, правда, что... Ну, тут у меня даже восстановить некого. Блин, тут, наверное, шанс слива максимальный сейчас будет. Давайте на всякий случай доставим еще обычных. Сделаем зеленого смотра. И забежим. Ну, поехали. Вариантов нет. 600 самов тратить на рез, ну я даже не знаю. А, в принципе, у нас же есть. Мы же за этаж прошли. Если что, мы там резнемся. Поехали. Что-то я не подумал. У нас одна сумочка есть. Ну, может, хоть кого-то подобьем. Ой, хорош, Розочка. Посмотрите, что Роза вытворяет. Просто песня. Вот этот герой, ну реально, у меня здесь тащит. Вместо Фреи. Роза просто тупо красавица. Ну, плюс стрелок еще тоже. Так, у нас места не хватает, судя по всему. Оу, Майк, сколько у меня здесь плюх собралось. Так, отлично. Третий этаж, ребята. Страсти накаляются. Блин, драйки, я не знаю. Опасаюсь этих драйков. Тут одержимый тоже. Поехали, попробуем. В принципе, у нас супер пэт есть. Розочка включилась. Отлично. Изи просто. Просто изи втроем расшатали. Так, хранитель Фрея. Ну, такая же пачка. Я надеюсь, здесь мы тоже сейчас затащим. Роза хорош. Блин, ну реально, можно с Розой бегать на мелких? Роза очень хороша. Командорка. Ворожей. Блин, Дрейк. Ну, тут, наверное, уже все. Супер питомцы. Ну, зарядите Розу. Ну, наполовину ушатали. Давайте попробуем. В принципе, с ворожаем, думаю, должны затащить сейчас. Но это не точно. У меня здесь нету ремок. Мне бы ремки сюда. С ремками было бы намного проще все. Но, к сожалению... Так, отлично. Ой, вообще... Что, блядь? Охренеть. Просто офигеть. Тупо, блин, ушатались, походу, на отражалке. Половина пачки вылетела в никуда. Так, хранитель Анубис. Нет, однозначно через верх надо идти. Других вариантов нет. Блин, почти. Роза хороша, конечно. Наполовину ушатали. Так, у нас есть еще одна попытка. Конечно, так впритык ходить тоже не в кайф. Так, хороши. Так, главное, никто не слейтесь. Анубис минуснулся, смотрю. Ну, не страшно. Главное, что роза есть.
Блять, сейчас будет такое чувство слив. 215 левела. Блин, Бигфута морозьте. Блин, что делать? Ладно, пофиг, поехали. 600 самов потратим. Я надеюсь, это оправдается. Что это, блядь, такое? Сука, блядь, пипец. Да. Короче, ребята, короче говоря, 600 самоцветов просто в никуда. Пухаем, играем дальше. Я не остановлюсь, я все равно хочу зафармить. Блин, Анубис вообще ни о чем, какой-то ватный. Фух, ну что я могу сказать? 1200 самов, но в итоге все-таки мы зафармили. Плюс одна попытка у нас в запасе теперь будет. Но это, конечно, трэш, я не знаю. Была бы Фрея, было бы намного, наверное, все проще. Ну а так, ну мы это сделали. По крайней мере, мы это сделали. Что у нас получилось по попыткам? Сейчас посмотрим, что у меня собрано по Фрейе уже здесь. 48. Ровно четвертая часть. Ну, я думаю, быстрее мы, конечно же, однозначно словим Огника. Ну, а там дальше видно будет. В общем, вот так вот, ребят, наконец-то мы это сделали. Так, линия обороны появилась. Нифига себе, что тут в плюхах? Старенькое все. Короче, неинтересное. Даже не смотрел, надо будет забежать. Что глянуть, может на русском там тоже есть. В общем, такие вот дела, ребят. Фармиться на мелкой силе, в принципе, можно фармить, но надо иметь немножко самоцвета и надо иметь немножко прокачек. Но фармить все-таки можно. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.